Вы что, не видите? Рейнер нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше, должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнер – бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно. Ты водишь всех за нас, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. Делай того, о чем потом пожалеешь. Что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь. Ну что ж, обидненько. Мы в ближайшее время не сможем послушать всю эту прекрасную музыку. Прям печаль, беда. А, нравятся мне все эти огоньки. Прикольные огоньки, ага. Все еще против нашего союза с Валерианом? Мянг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр. И сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго. До тех пор, пока мы не достигнем цели. И, кстати, хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Ну не, когда-нибудь ему бы я врезал, в любом случае. Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? Ты и наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю.
Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Это да. Вся мощь Доминиона. Так, давайте поглядим. Крейсер. Защитная матрица. Так, что ты 200 урона. Так, ракетные модули. Так, ну вот это, в принципе, полезная довольно штученция, мне так кажется. Приобретем. Торга настоит, ну, потом, возможно, и это же возьмем. Так. Ничего нового вроде нету, поехали дальше. Денюшка, ура! Ну да, все равно не хватит, блин. 135 из 150, которые нужны. А вот и мистер Рейнер. Чем могу помочь? Ты целыми днями сидишь здесь и наблюдаешь за всеми. Скажи, что ты заметил? Кроме того, что Тайкус пьяница и саботажник. Если бы только это. Посмотри, как он злится и завидует тебе. Он борется сам с собой и все равно поступает против собственной воли. Увидишь. Так, музыку, кстати, восстановили. Ладно. А, кстати, да, на всякий случай всем привет, я просто не помню, что я говорил. Нет. Что, пить будем? Ты готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я, наконец, почувствовал вкус свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков, в общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. Так, ладно. С вами Донни Вермиллион. В прямом эфире из студии UNN на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера Белой Звезды. Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке. О, да. Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. Надолго ли вот вопрос? Ну да ладно. Старею. Силы уже не те. А как ты хотел столько лет в обед уже? Ты знаешь, к кому обратиться. Посмотрим, может здесь мне что-нибудь понадобится. Так, а вот этот чувачок мне точно пригодится. Это прям очень крутой чувак. Думаю, надо будет нанять его. Он прям очень стойкий. Да. Наймем. Так. На мостик. Итак, сынок, у нас в руках последний артефакт. Можешь собирать игрушку хоть сейчас. Спасибо, командир. Отличная работа. Вы оправдали все мои ожидания. Думаю, преимущество теперь на нашей стороне. Хотелось бы верить. Когда мы высадимся с этим артефактом, логово Керриган, нам останется надеяться только на удачу. Не вижу повода для волнения. За вами будет вся мощь флота Доминиона. А, ну да.
Ну да. Кстати, в лабораторию надо было зайти. А, блин, у нас артефакт стырили. Какого хрена? 802 в четвертый плюс 12. А, не забыть запятую. Е в кубе. Как обычно, Стэтман с ума сходит. Так, поехали. О, у нас только чар остался, вот этот поворот. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Да это как бы и так понятно. Ладно. Вы не вернетесь, если что, короче говоря. Ну и чё? Готовы, не готовы? Наверное, да. Чар. Если бы ад существовал, он был бы здесь. Океаны огня, тектонические штормы и атмосфера, сжигающая человека заживо. Но мы все предусмотрели. Поведение зергов нельзя предусмотреть, генерал. Они не впишутся в ваш стройный план. Я возглавлял 5 операций против Роя. Мы держали фронт, пока ты и твои дружки-террористы отсиживались в укромном уголке. Нам всем известно о ваших победах, генерал. Я пригласил командира Рейнера помочь нам с непредвиденными обстоятельствами. Похоже, ты уже все распланировал, малыш. Я слишком много вложил в это дело, чтобы рисковать. Кстати, следующий этап вам особенно понравится. Валерия, мне только что сообщили, что ты взял половину флота. Не изволишь объясниться? Отец, я совершу то, что тебе так и не удалось. Сегодня я держу верх над королевой клинков и установлю мир во всем Доминионе. Тогда люди увидят, что я твой достойный преемник. Ты очень смышленный, сынок, но не прыгай выше головы. С чего ты взял, что у тебя хватит опыта? Он не один, Арктур. Рейнер. Не знаю, на какой помойке сын тебя раскопал, но думаю, даже тебе ясно, что эту двуличную тварь уже не спасти, как и тебя. Это мы еще посмотрим. А когда все закончится, нам с тобой будет о чем побеседовать. Большим я и не мечтал. Ты ведешь опасную игру, сынок. Принц Валерия, приближается волна зергов. Как уже? Всем покинуть мостик. Мне предстоит битва. Увидимся внизу, парни. Потеряна связь с отрядами Браво, Дельта и Эхо! Браво! Они заходят! Я потерял связь со всеми отрядами! Нет, нужно прикрытие! Зерги! Зерги атакуют! Мы горим! Повторяю! Отказали двигатели! Лезут из-под земли! Тем, кто слышит меня! Нужна огневая поддержка! Черт! Говорил я им, что идти напролом бесполезно. Она просто играет с нами, как кошка с мышкой. Зато мы еще живы. Правда, отряды, которым удалось высадиться на поверхность планеты, разбросаны далеко друг от друга. Думаете, смерть худшее, что может случиться с вами? Скоро вы все станете частью Роя. И будете служить мне. Мозги запудрить пытается. Не поддавайся, старик. Если мы хотим выполнить задачу, то надо собрать как можно больше выживших. Командир, отряды Доминиона продолжают высадку. Но все они сильно потрепаны и сразу попадают в окружение. Хорошо. Идем спасать их поджаренные задницы.
Нужно сколотить отряд, способный к сопротивлению. Иначе Керриган нас в порошок сотрет. Так, расходим всех быстренько и начинаем клепать. Начинаем клепать что-нибудь полезненькое. Так. Командир, тактический анализ показывает, что зерги значительно превосходят численностью ваш отряд. Говори. Мэтт, докладывай мне обо всех десантных капсулах, которые прибывают на Чар. Если мы доберемся до них быстрее зергов и спасем солдат, то у нас будет шанс прорваться. Так, ну, пока добывает минералов до хрена, строим всякую фигню ненужную. Не поместим сюда, давайте вот так вот все. Хватит! Приказы будут! Сэр, одна из капсул приземлится через несколько секунд рядом с вашим текущим местоположением. Да вы прикалываетесь. Хорошо, выдвигаемся. Мы должны найти их, прежде чем это сделают зерги. Ладно, придется выгружать всех из бункера, потому что, ну... Как бы других-то войск у меня нету. Будем надеяться, что я не зря поставил все, что мне было надо. Ладно, пусть семья будет здесь. Не вылазит за пределы. Так, нет, Марины, нет. Два Марины умерло. Как? Рейдеры Рейнера! Рады вас видеть, парни! А где генерал Ворфилд? Я беру командование на себя. Присоединяйтесь к нам, будем искать вашего генерала. Так точно, сэр. Очень мило с твоей стороны дать им надежду, Джим. Ну давай, приведи их прямо ко мне. Как барашков на бойню. Не слушайте ее. Не отвлекайтесь, и мы выберемся отсюда живыми. Так, потихоньку улучшаемся. Воронку делать будем. Барашков на бойню мы, конечно, поведем, но еще попозже. Есть. Говори громче. Режим готов. Надо построить еще парочку. Сэр, я обнаружил недалеко от вас десантную капсулу. Тогда вот так. Режим готов. Будем отжигать. Приказы будут. В казармах пара вот таких. Что стряслось? Всех вывести. Режим готов. Так точно, сэр. Давайте под танк. Выполняю. База атакована. О, шикос. Так, там мутата сверху, да ладно. О, кобздец мута. Так. Померла. Ну, с одним-то зергом я уж справлюсь. Так, шикос. Как кар? Кого подлатать? Понял. Задавим их. А? Чего пугаешь? Вот так. И думаю, да, все надо построить. Что стряслось? Точняк. Смерть на пороге. Продолжаем клепать. Думаю, хватит. Хватит наших ребят. Очень тонко. Давай, удиви меня! Передаю координаты ближайшей десантной капсулы. Вот вообще не вовремя, ну ладно. Вот хорошим было, конечно, второй построить, но ну ладно. Вооружен и опасен. Думаю, будем справляться с тем, что есть. В принципе, не сильно сложно. Ага. Так. Я уже заждался. Наши ребят правда убьют, скорее всего. Улучшение завершено. Приказы будут! Слишком шустрый. Дороги! Окей! Под танк. Давай, удиви меня! Зараза. Приказ получен! Слишком шустрый. Слишком крутые. Есть, сэр! Памс. Точняк! Минус одна. Ну. Брось дороги! Почти! Все, шикос. Я уже заждался. Отлично. Отправьте этот завод на базу и начинайте производство. Что за приказ? Так. Завод на базу. Бегу, марш! Задавим их интеллект. Ой-ой-ой-ой. База атакована. Всем
прям... Кому навешать? Потерял. Окей. Наши КСМ атакованы. Где он, кто чё атакован? А, всё окей. Вооружён и опасен. Это было больно. Недостаточно энергии. Покарали. Что происходит? Ага. Сэр, еще одна капсула идет на посадку рядом с базой. Ладно, сейчас сделаем. Ух, мука-то. Это ты. Блин. Гидраму пока. Вот он пока нет. Ну блин, спасать-то надо. Ну вот так. Вот так. Как угодно. Деньги есть. Что поделать? Недостаточно веспена. Филлеров. Так. Пристройка. И, ну, завершена. В принципе, я могу их попробовать спасти. Кому навешать? Отправляемся. Надеемся. Вызывали? То, что они не будут их атаковать. Да, а, ну конечно, именно в этот момент их надо было попасть, да? Войска нет, минус танк, минус атакован. Пехота, нет, но один-то я спас, ура. Наши КСМ ну, жук. Хотя бы одного спас. Вызывали? Редко, окей, норм. Улучшение завершено. Будем подстраивать все, что нам нужно. Недостаточно минералов. Так, сбрасываем молов. Недостаточно энергии. С кузником. Еще больше веспена, блин. Неужто? Давайте смотрим. Сэр, в вашем секторе замечена еще одна капсула. Че, пойдем? Да. Ну, смерть на пороге. Так. На связи. Ух, все на него контроль. Опасен. Отлично, отлично. А командир? Уничтожаем эту гадость. Вызывали? Шкозненько. И ребяток. На связи. Отлично. Поддержка авиации как раз то, чего нам не хватало. Надо переправить космопорт на базу и начать производство. Сипком назад. Эскадрилья! Давай, удиви меня! Так. Опа-па-па-па, что у нас атакована. Там? Не-не-не, нельзя моих уничтожать, ребят. Ну? Что-то охренело. Что на новенького? Так, пару свинок надо. Недостаточно веспена. Я даже не знаю. Ох, йо. Как все могло быть жестко. Приказ понял. Тихонечко пусть подхилит, все нормально будет. Так, надо заново построить. Вадиш, время действовать. База атакована. Ух ты, какой здесь дядька. Вызывали? Так. Выкладывай. Не, пока вроде все нормально. Завершено. Более или менее успеваю все делать, что надо. Даже не сильно парясь. Очередная капсула заходит на посадку. Так, интересно, кто там? Успею, не успею спасти. Войска союзников атакованы. Сет на 50, наверное, попробую успеть, ладно. Оу-оу-оу-оу. Как что они больно взрываются. База атакована. Не, успею. Доктора вызывали? Эту хрень надо уничтожить. На помощь! В помощь! Это генерал Ланфилд! Нас подбили! Корабль падает! Ха! Нужна помощь! Скорее! Мы идем, генерал. Держитесь. Черт, он нас не слышит. Чтобы пробиться к Ворфилду, придется разобраться с этими червями Нидуса. Гости пожаловали. Ну, ё-моё.
Прям в самое время. База союзников атакована. Меня снесли, все. Возвращаемся. Теперь нам нужно собрать все силы и попытаться спасти Ворфилда. Ворфилду недолго осталось. Так. Мои питомцы уже идут за ним и его людьми. Вы ничего не сможете сделать. Ладненько. Что-то ты разговорилась, Керриган. Нервишки шалят. Попробуем пособирать ресурсы. Ну? Будет сделано. Войска союзников атакованы. Пробуем пройти. Курс Что? Вроде здесь не сильно большая атака. Так, и минус еще. Минус, отлично. Заходим. База союзников. Сэр, приборы фиксируют множество десантных капсул, которые входят в атмосферу. Боюсь, у вас не хватит времени, чтобы спасти всех доминионцев. Вокруг слишком много зергов. Проклятье. Сделаем, что сможем. Но добраться до всех и правда не получится. Так. Союзников атаковано. Улучшение завершено. Наши КСМ атакованы. Базы что-то ломают. Хоть по моим ребятам стрелять. Зря я, в общем, пошел походу сюда, потому что я напал походу на базу. Атакована. С другой стороны, конечно, на меня никто сейчас не будет нападать, но... Выкладывай. Так, надо восстановить здесь защиту. Примерно как-то так. Эй. База союзников атакована. Так вот. Войска союзников достаточно минералов. Так, ребята. Да, пойдем, кого спасать, чего, кого, зачем, атакованы. Почему. База союзников атакована. Значит, если что, только вниз пойдем спасать. Сейчас мне будет больно. Уже тихо, отбой, места мало. Убить Челинидуса. Да, командир. База союзников атакована. Пока все нормально. Вооружен и опасен. Еще больше пехоты. Есть робот. База союзников атакована. Сэр, приближается новая группа десантных капсул. Но будет слишком опасно пытаться спасти всех. На ближайшую это мы точно спасем. Что такое? База союзников атакована. Командир? Последние отряды Доминиона высадились на Чар. Теперь помощи ждать неоткуда. Жесток народа, конечно. Вооружен и опасен. Ладно, вырубаем. Понеслось. Улучшение завершено. Отлично. О, это то, что мне нужно. Атаковано. Так, ну сюда мы, скорее всего, не знаю, спрыгнем. Ох, сейчас бомбанет. Не зря я его впиливал сюда. База атакована. Так. База союзников атакована. Вызывали? Это интересно. Давай, разберутся ребята или не разберутся? Кто на новенького? Или мы шандарахнем Яматой? Будет сделано. Вызывали? Хотя бы так. Хотя бы так. Да, командир. База союзников атакована. Так. Ну пусть все ребята бегут быстро туда. Как угодно. База союзников атакована. Так. Месторождение минералов выработано. Уничтожаем еще одну споровую хренотень. Отлично. Все, ребят, теперь под моим контролем. База союзников атакована. Собираем последние ресурсы. Вперед. Хотя по большому счету, конечно, зачем? База союзников атакована. Так. Ну что? 150 лимита. А? Есть? Да, командир. Давайте, база, ладно, пойдем на базу уже. Пора бы. Пора бы. Ты-ка? Что такое? Так.
Еще одна споровая хрень. Атака база союзников атакована. Так, там ребята вроде не справляются, но... Так, еще одна споровая хрень. О, блин, нужно... О, достиженько. Можно было здесь вторую базу поставить. Вызывали? База союзников. Я уж не помню ничего. Ну ладно, как есть теперь. Что, давайте. Харасимы. База союзников атакована. Просто атакована. Устроим им Харасимы. Харасимы и Нагасаки на этих. Зря вы сюда пришли. Правда, нету ребят, которые могли бы выпустить ядерки, но... Почему бы нет? Ладно, подстроим потихоньку пехоту дальше. Что есть, есть, у меня больше ничего нету. И давай. Маринад, бой. Так, 156 лимита все еще, замечательно, 157. Примерно плюс-минус он почти не тратится, супер. База союзников успел. Атакована. Это могло быть очень больно. Не люблю бейлингов, вот вообще ни разу. При любых обстоятельствах против кого угодно лучше справляться, чем против бейлингов. Не умею их контролить, поэтому давайте. Все 150 лимита. База союзников атакована. Просто посылаем на убой. База. Давай, атакована. Мужики. База атакована. Красавцы. Все справились. Круто, видимо, там бейлинги. Вот его корабль. Если нам повезло, то старик Уорфилд еще жив. Концовочка. Все чистенько, четенько. Так, спасти десантный капсул. Сука, две не успел. Из-за этого не засчитали последнюю достиженьку. Обидненько, ну ладно, всем спасибо, всем пока. Надеюсь, вам понравилось.